В областной универсальной библиотеке имени Горького «Библиотечные сумерки». Праздник с таким названием работники организовали для посетителей накануне Дня библиотек. Всех гостей сегодня ожидали приятные сюрпризы. Вопреки всем правилам поведения в библиотеках, сегодня в Горьковке разрешалось шуметь и даже петь. Гостей встречали еще у входа. Здесь выступали творческие коллективы города. Посетители библиотечных сумерек – люди разного возраста и интересов. Все они могли найти в библиотеке для себя интересное мероприятие. Книжные и художественные выставки, конкурсы, мастер-классы, литературные встречи. Отдел абонемента на сегодня приготовил конкурс для читателей на знание имен в произведениях наших писателей, зарубежных и советских, русских, украинских, женские и мужские имена. Как знают, как читают сейчас, чтобы мы привлекаем. К этому празднику наш отдел подготовил, по-моему, немало. Во-первых, две выставки прекрасные, художественные. Одна из них «Совы разных народов» или «Сова – символ мудрости». Это из коллекции Виктории Терещенко. И вторая выставка – это выставка, в общем-то, для нас уже традиционная. Третий год для нас молодежное объединение нашего Запорожского отделения Союза художников Украины подготавливает интересные выставки. В прошлом году была «Арт-осень», в этом году называется «Резно Барби». На выставке миниатюр «Сова – символ мудрости» свыше 200 различных фигурок. Коллекция принадлежит запорожской преподавательнице музыки Виктории Терещенко. Одно из моих хобби – это путешествия. Я объездила 40 стран, почти всю Европу, немножко Африки, немножко Азии. И совы летали за мной повсюду, вот, и я их оттуда привозила сюда. Они очень интересные, потому что в них отражены особенности национальных культур тех мест, где я побывала. И они очень напоминают разные типы человеческих характеров. Они могут быть настороженные, могут быть доверчивые, простодушные, себе на уме, вот, откровенно веселые и сосредоточенно мудрые. Картины 13 молодых художников в отделе искусств объединены общим названием «Разноцветие». Много авторов интересных, которые поступили в этом году в молодежное объединение. У нас присутствуют работы уже и бывалых наших участников объединения. Каждый захотел представить что-то свое. И мы не советовались. Мы сделали выставку «Резной Барби», чтобы все были индивидуальны. И очень это здорово. Несмотря на то, что праздник «Библиотечные сумерки» продлился всего один день, выставки в библиотеке Горького будут работать на протяжении месяца.